κάτι είχα βγάλει ένα μεγάλο απόγευμα μαζί το site, κάτι κατέβασα λίγο από τα μεγάλα. Και πρέπει να κλείσω ρεύματα. Начал себя, знаете, как вести, очень интересно, он начал себя вести как крепкий хозяйственник, то есть он начал говорить о том, что он добился экономического роста, он приехал в Давос и стал говорить о том, что пора вкладывать деньги в Америку, и привел пример, кстати, действительно очень выигрышно для него. Лыжный волочок, понимаете, ну это же страшно, вот единственная остановка Сапсана, это единственное, что придает смысл. منوين؟ صباح الرياض صباح الورد لكل أخ جميلة. حياتهم طويلة لعبة. Кому в твоих глазах, что внушает мне страх.